Грациас. Грациас. Вот они за 2 месяца уже вот такие становятся. После месяца. Ты чем-то опрыскивал, потому что оставил лучше или нет? Рене, do Cesar do something for trees growing faster or not? No. Not? No. They not use like fertilizers? Yeah, they use fertilizers. Uh-huh. The same like we use. Like urea? Urea and DPT. DPT? DPT? I think it's DPT. The one I send it to you. Okay. Use ну, то есть там минеральная подкормка. То есть обычно. But he said this is organic. Mm-hmm. It's not organic. You know how much pesticide they put to these trees? Oh. Is there a lot of pesticide? Holy shit. A lot. Очень много пестицидов он использует. Это Цезарь решил органик, но Доберманы, доберманы, у него 12 штук. Он всех спрячет для этого, блядь. Сюда? So, do you bought it? Old party phone? Yeah. Do you like antique stuff? Yeah, a lot of antiques. And it's old radio? Oh, okay, it's vinyl. Wow. Party phone, vinyl, old typewriter. My father used to work on something like that. My father was a journalist. Yeah. And old TV. Old TV. Yeah. So, do you do the chair too? No, that's not. No. Chair no. Okay, it's only thing. It's not by. Okay. Okay, change like your boots to rubber one. So I will change two and go down. Okay. I showed them my apartment. Okay. Пойдемте. А твоя какая? Вот этот? А, моя хата? Да. Да, второй этаж. Ага. На первом живут собаки. Не, я не шучу. Ну, у меня вход. Okay. У меня вход снизу. Okay. Вот справа там вон они тоже. Собаки улыбаются. Собаки? Это щеночки тоже. Блять, побольше есть. Ребята, так, это чье? Твое? Что это? Да, мое. Крем. Ну. No. Ну, забудем потом. Ну, забудем. Не сразу упакуй, так мандарина есть, если что хочешь. Так, если наденете, один надевайте. Там большой один должен быть. У меня 42-43, если наденете. Вот мы. Огромная опасность. Мы не пойдем по-чистому. Пойдем. Вот она. Зеленое золото, которое мы с Кириллом наварили. Чувствуете? Чуть. Синьор. Вкусненько. Натурал наэробик. Молодец. Кирилл с собаками жил или здесь тоже? Кирилл жил здесь, то под него снималось. Ну, сейчас я. Ну, то есть, тут... Вы не будете в ботинке? Да лень нам что-то развиваться. Мы ее сейчас увидим. Окей. И... тут вообще просто закаты. Вот сейчас как-то планетка повернулась.
вот это закрывает. А так вот в ту сторону, блин, вообще офигеть. И там рассветы тоже, ну, то есть. Закат там будет. Там облака зажигаются? Да. Ага. Там даже, как-то мы даже океан где-то разглядели, мне кажется. Да, вы, там, по-моему, где-то вот чуть ли... Кордильер, чувак. Кордильер? Паш, ну, ты что, надо было позавидовать, а ты сразу... Да не, мы как-то с ним втыкали вечером, блин, вот как будто бы вот там океан. Поблескивало. Мы смотрели по навигатору, что, может, его не видно, конечно, но вот он там. Что технически, но очень недалеко. Мы на Сахалине как-то раз тоже Японию рассмотрели. Почему мы на самом деле рассмотрели Зарево? Сервис на рейфе? У тебя прям вообще сервис. Вот скромный быт, холодильничек, газовая плиточка. Все, пожалуйста, все, мебеля. Да, мы завидуем. Да, Паша будет строить примерно такое же, наверное, будет да, строить. Совсем другое. Примерно такое же, совсем другое. Ну, тут жила его мама, насколько я понял, до нас. Это сушку, которую тут Кирилл строил. И она потом упала. Бывает. Потому что ее строил Кирилл, блин. Ну сейчас же стоит. Ну да, я его еще смотрю, сделали дополнительные какие-то штуки. Тут птица вон сдохла. Там он уже. Ну как-то, видать, залетела и улететь не смогла. Вообще почамам. Что говоришь? Скотный двор. Рене, may you ask Xavier? Cut off grass and under bed. Because they're going through. Did you see? They're going through. Okay. And I see it's ripped already. Okay. And in addition, I found a dead bird. Yeah? Yeah, I took it away. Oh, look, this is La Rejilla. Also. Larry. Кофе. Там у нас бочечки стоят. Вот сверху у нас типа склада. Да, ну так, видишь, мы ее тоже использовали как сушилку. Вышло не очень. Ну, со слов Кирилла, я не контролирую. Вот результатов стоит. Слушай, а почему он сегодня мне рассказывал вот эту всю херню? Почему он называет каскару, это вот это уже, которая тоненькая, беленькая, а блядь, сама шкурка, это что, не каскара, что ли? Нет, каскара это красавица, а это пергамин, пачка. Вот, нет, он смотри, говорит... Каскара это вот когда ты ее очищаешь. С вот этой хуйней. Да. Вот, блядь, я тоже так думал. Но Габриэле говорил, он мне, блядь, показывает уже очищенную. Ну, сериаж. Ну, может быть, микс между испанским и русским и английским, потому что мы что-то по-испански, что-то по-английски говорим. Собака за нами. Честно говоря. Это у них так вообще. Перос. Вон, я говорю, пожалуйста. У него их тут, блядь, целые блокпосты на. Он их, во-первых, любит, во-вторых, я все рассказывал, что он один раз проснулся, на него, блядь, ствол оставил. Прям дома. До этого у чувака 12. Приходите, блядь. То есть даже если ты одного, остальных. Видишь, у него любовь как бы к монопороде.
Ну, он их хотел развести, потому что мы, ну, точнее, разводил. Мы пришли, они вот эти вот это малыши были, они вот тут все тусовались. Uh-huh. Штук 5. Ну, никто, видать, не купил, поэтому их стало больше. Так, ну, 6 или все. Ну, короче, тут, в общем, вам надо дружить. Собачатня. Не проблема. Ты можешь сюда очень много собак принести. Да, но мы сейчас будем чистить, то есть он сейчас попрыскает от этой штуки. Она какая-то штука ест корни, видишь, да. Есть прям побольше отсюда. Знаю, ну там такое что-то делал меня. Вот. И будет зафигачивать. Ты повезло, у тебя папоротника нет, у меня один лот, вот папоротник. Вот. Ну это 3 папоротника, у меня лот папоротника. Ну что, 3 папоротника надо там выращивать, орляк. Угу, орляк. Я спрашивал, если дома этот папоротник будет, нет? Ну да. Да они же его готовить, наверное. Столько всего тут растет. Ну если бы у вас тоже росли там эти манго и папайя, вы бы тоже не ели черемшу? Нет, черемшу бы все равно ели, потому что это, ну, остро специфичный вкус. Да? Потому что у нас гости приехали на нашу финку. Для Мигас. Оля. Паша и Саша. Саша и все близнецы. Вот этот лот, он очень сильно заросший. Вот это, наверное, надо ему сказать. Да вот это. Шоколад, какао. Вот, то, что оно как бы... Это не то, как ты думаешь? Без чего? Без теней. Ну то есть ты видишь, вот поляна и деревьев особо нет. Это у меня вон там. У меня целый лот такой. Да? Вот, надо тень. Я сказал, ставим, сади. Там какой-то есть мышиный хвост, ага, который быстро растет, дает большую тень от кофе. Ну и бананы посади. А что у нас получается? А у тебя склон-то северный практически. Я думаю, что нормально. Тут раз. Видно будет, как будет расти. Думаешь, не выгорят? Ну, мне кажется, что нет. У тебя солнце-то вот там везде, с той стороны. Блядь, ну с утра сегодня оно тут. Там ты ее дает. Вот сюда, конечно, выгорят. Ну, вот там кофе. Кофе. Какао, бобы. Тут нормально. А ну, плюс еще налипает сейчас уже трубахедейра. Засадить лоту тоже. Что говоришь? Ну, чтобы засадить лоту. Ну вот, все, я уже засадил. Ну, у тебя во сколько обошлось аренда? Ну, трех? Нет, аренду я не читал. У меня, видишь, ну как бы я как к этому отношусь? Ну вот, ты 15 за день платишь, за то, чтобы жить в этой комнате. Я считаю, что я плачу за жилье. Ну да. Ой, не без минусов, то, что собаки, там, чтобы зайти-выйти, блядь, чтобы там убрать, как бы, ну. Оля, Алина!